просто съемная квартира. Я там в ней жила и работала. Последние деньги, которые я зарабатывала, я тратила вот и на косметику, и на то, чтобы заплатить за квартиру съемную. Купить себе то, что ты хочешь, купить одежду, какую ты хочешь. В тот момент, получается, я развелась с мужем, и он не верил в то, что вообще у меня что-либо получится. То есть он не верил, что можно зарабатывать в бьюти-индустрии. Хотеть, верить и работать. Что для тебя значит мысли материальные? Верить, что это случится. Многие не могут понять, что это действительно работает. Я уже ехала заключать договор на студию, которая мне не нравилась. Это буквально за час до сделки захожу на Авито, и просто первое это объявление. И я понимаю, что это оно. У меня тогда желание было другое. Вот оно, собственно. Да, вот. И вот такая волна мурашек реально проходила по всему телу. И я думаю, именно эта волна, именно эта энергия дала мне все это. Мои мечты, мысли, они материализуются.